Пора была старейшая частная картинная галерея в Иванове. За 27 лет своего существования она сменила не один адрес. Здание на улице Станка, пятое по счету пристанище мастеров кисти. День рождения галереи отметили скромно, по-домашнему, ведь для многих друзей параболы эти стены стали вторым домом. Я хочу поздравить всех, кто рядом с нами был эти годы, потому что сегодня здесь маленькая толика тех, кого мы любим, кому мы очень благодарны. И я думаю, что это праздник не только нас, работников галереи, но это праздник всех наших больших друзей. Праздник тех, кто с нами начинал, кто с нами сейчас и кто с нами будет в будущем. 27-й день рождения отметили открытием выставки. На одной стене представлена классическая живопись художников старой школы, которая знакома с галереей не первый год. Напротив, выставляются молодые авторы. В свое время парабола открыла не один десяток талантливых живописцев. С Людмилой Николаевной мы знакомы совсем недавно. Она меня пригласила поучаствовать. Раньше я только любовалась на те произведения, которые находились у нее. А теперь нахожусь среди художников. Мне это очень приятно. И Людмиле Николаевне хочется пожелать успехов, удачи, побольше нас, художников, собирать почаще. В параболе можно встретить не только живопись, но и графику. Свои работы представил молодой художник Василий Кузнецов. Ажурные черно-белые узоры выполнены тушью на бумаге. На создание одного рисунка уходит около 150 часов кропотливого труда. Представлены две работы, они выполнены в графике. Название этой графики «Орнаментальная медитация». Когда из геометрических фигур я складываю какие-то фигуры. Сегодняшние выставки в параболе 397-я по счету. Почти каждый месяц здесь новая экспозиция. И пока есть талантливые художники, двери галереи будут открыты. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.